Привет, друзья, с вами Антон Звягинцев, и сегодня у нас весьма очень интересное и познавательное видео. Сегодня мы отправимся в московскую школу «Алгоритм», где проведем лекцию для учеников, а также для моих подписчиков, а еще здесь будет персональный мастер-класс от меня. То есть сегодня я пообщаюсь с учениками, посмотрю, какие у них доски, и расскажу, что такое скейтбординг, как в нем прогрессировать и, самое главное, как же на нем кататься. Так что поехали! Классная аудитория, смотрите, какие у них классные стенды с лепкой, то есть тут ребята что-то лепят, а я пришел сюда со своим скейтом. Это просто моя мечта, чтобы в школу пускали со скейтом, потому что, когда я учился в школе, мне говорили: Антон, эту игрушку ты должен оставить дома, а я так хотел прийти в школу со скейтбордом. Но, наконец-таки, моя мечта сбылась, и теперь ученики школы «Алгоритм» могут приходить сюда со своими досками. Ну, наверное, в аудиторию все-таки нельзя, но приезжать в школу можно. Смотрите, что они сделали. Они сделали из сахара такой вот маленький, вот такой вот. Сейчас осторожно, чтобы его не сломать. Как это, юрта или нет? Это, по-моему, Альберт, давай, ты знаешь. Да я не знаю. Я знаю, что здесь живет Чили Вилли из мультика. Так что вот такой вот сахарный домичек ледяной. Красивый. О, еще тут есть. Так, ну, что-то не вижу скейт-парка, поэтому дам ученикам задание, чтобы они сделали или слепили скейтборд, или сделали какую-нибудь там рампу из картона. Орфографический анализ. Так, так. Загорелый. Про меня. Ну, не знаю, я хотел скейт, вот мне подарил Дед Мороз скейт. Это Дед Мороз тебе такое подарил? Слушай. Он грязный, конечно. Какому Дед Морозу нужно писать такое письмо, чтобы он такое Феррари подарил? Посмотрите, это лимитированная доска, я вообще такую даже ни разу не видел. Давно катаешься? Нет. Будем сегодня учиться делать всякие трюки? Ну да. Простые. Молодец, давай кулачок. $40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making a nose runny. She melts. Итак, приготовил для ребят пенниборды. Я видел, что они приехали на скейтбордах, на лонгбордах, но как бонус для них будет еще также пенниборд. Устроим для них лотерею, а также еще будет небольшая викторина. А, ну и самому главному какой-нибудь скейт. Засовываем. И мои доски тоже будут. Вот это у нас. Реквизит. Вот такая вот телега скейтбордов у нас в школе «Алгоритм». Always, all days, all nights, sing, do I, do I, do I. New cards, new deck, new life, king of cups, he comes up right. Always, all days, all nights, sing, do I, do I, do I. Highly gifted, my jacket's thrifty. Watch me get a pattern shifted, just acting different. Living in my minutes, I'm catalytic. That's why they love to jack the style like it's on a Civic. I will never pull the strings like an oligarch. I do my dance at the club with the lonely hearts, watching all these. У меня хорошие ученики, они все знают. Они пришли со своими досками, то есть выполнили домашнее задание. Сейчас мы переходим к практике и будем смотреть, кто как катается, и подправлять, так сказать, технику. Так что поехали на скейт-площадку. Needle. All of these lines equal proof that I live alone. Got the benefit of time to deliver flows. Eating creamy peanut butter, buddy, I lick the bowl. Brings my soul, body into the physical. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. See, do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Кто так умеет делать? Поднимите руки.
Во, молодцы. Для тех, кто сегодня так умеет делать, для вас будет сегодня отдельный конкурс. Просто чуть-чуть на заднюю ногу присядь, вот, на вот эту. Оп. Главное, чтобы тебе было комфортно. Итак, у нас сегодня киберурок, мы катаемся на электроскейтборде. Так, давайте, кто первый? Готов? Угу. Готов? Потихонечку. Присел. Смотри, и поехали. А теперь сейчас будем тормозить. Готов? Угу. Почувствовал? Почувствовал. Поехали. Во. И едем. Круто? Итак, сейчас у нас будет лотерея, мы будем разыгрывать скейт-стафф среди моих учеников, вот они самые лучшие, даже блогер есть, вопа. Давайте похлопаем, ребята, вы самые лучшие. Итак, у каждого есть номерки, поднимите, чтобы я видел, все номерки получили? Молодцы, молодцы. Итак, я кидаю свой самый любимый шлем, прячу вот сюда номерки. И сначала у нас будет самый главный приз, это что? Скейт. Все хотят скейт? Да! Что-то я не слышу, хотите или нет? Да! Во, теперь хотят все скейт. Поздравляем, поздравляем. Катайся осторожно, хорошо? Не обещаю. Обещай. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляем. Ну что, ребята, вот и прошел наш первый такой скейт-урок в московской школе «Алгоритм». Спасибо школе за то, что предоставили такую возможность, что мы провели этот скейт-урок. Ребята очень талантливые, ребята пришли со своими досками. Все получили пятерки, а также некоторые выиграли призы. Я очень рад, что скейтбординг развивается, то, что молодое поколение любит кататься на скейте и хочет прогрессировать. Теперь у них будет желание еще больше. Поэтому, ребят, катайтесь на скейтборде, прогрессируйте. Не забывайте подписываться на мой канал. И увидимся уже на скейт-уроке. До новых встреч. Пока-пока.